Монголия и Россия заключают соглашение о совместной охране лесов от пожаров. Согласно этому документу, стороны разработают перечень профилактических мер. Другие подробности расскажет ведущая программы НЦАК телекомпании «С Монголии» Провдош Ирдынян. Здравствуйте, коллега. Вам слово. Здравствуйте, Александр. В последние годы в приграничных районах Монголии произошло несколько лесных и степных пожаров. У границ аймаков Дарнот, Хинтыз, Эленгэ, Хупсугул, Овс и Завхан произошло 39 пожаров, урон от которых оценивается почти в 5,5 миллиардов тугриков. Так что соглашение о совместной охране лесов от пожаров вполне можно назвать долгожданным. А теперь к другим новостям столицы. О них жителям Бурятии расскажут корреспонденты НЦАК и я, Провдош Ирдынян. Граждан Монголии решили познакомить с проектами, которые реализуются за счет иностранных инвестиций. Выставка, рассказывающая об этом, открылась сегодня в Министерстве внутренних дел. Подробности далее. Выставка проектов открылась в Министерстве внутренних дел. В ней участвуют компании-инвесторы. Среди них Айвеко Италия, Мировой банк, представительство ЕС, Фонд развития Азии, международный проект АДРА. ЕС реализовал в Монголии 17 проектов и программ, общий бюджет которых составил 20 миллионов евро. Эти проекты направлены на улучшение жизненных условий и здравоохранения. Мы привлекли к нашим программам граждан, занимающихся малым и средним предпринимательством. Это дало реальные результаты по снижению уровня бедности. Жительница района Ханул Саранцецек – частный предприниматель. Ее рабочая сила – это члены ее семьи. Свои ручные поделки они продают в основном на ярмарках и выставках. Частный бизнес этой семьи – это дополнительный источник дохода. В прошлом году по итальянскому проекту Айвека предприниматель получила 500 тысяч тугриков для своего производства. Сувенирные изделия, такие как футляры для ручек, салфеток, пояса, мы изготавливаем из пластмассовых и стеклянных бусинок. Все делаем руками. Дизайн каждой вещи тщательно обдумываем. Например, если это сувенир для детей, то орнамент состоит из цветов. Узоры, цвета выбираем в зависимости от предназначения. В этой выставке также участвовали и местные жители. Они представили отчет о продукции, произведенной на иностранные инвестиции. Вся продукция граждан будет реализована на отечественном рынке. Одно из направлений международного проекта АДРА – это развитие сельской местности. Чтобы поддержать сельскохозяйственную продукцию, был реализован ряд проектов. На сегодня 200 граждан 10 кооперативов пользуются плодами этих проектов. Из них 70% составляют одинокие матери и граждане с ограниченными возможностями. Выставка итогов реализации проектов с иностранными инвестициями продолжалась один день. Инвесторы подчеркнули, что готовы и дальше продолжать сотрудничество. Энтушин Ньямбаяр, АЭСТ Монголия. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и прощаемся до следующих встреч в эфире.